первый раз в Тыве, первый раз в Кызыле, и впечатления громадные. Фестиваль, безусловно, нужен, тут двух мнений быть не может. Это, мне кажется, огромный всплеск эмоций для молодого поколения, огромный стимул для продолжения творческой работы во всех направлениях. Было представлено и народное творчество, и отчасти даже театр, и смешение искусств, таких как вот танцы на льду и музыкальное исполнительство. Такое слияние жанров необычное очень. Какое-то совмещение культур, и здесь же и немножечко и спорт, да, и здесь же и традиция, и здесь же искусство исполнения на духовых инструментах. Все как-то так вот в одном представлении смешалось, и очень это, конечно, впечатляет. Оркестр, безусловно, проделал огромную работу. Хочу поздравить руководителей и музыкантов, в первую очередь, с этим огромным успехом, потому что было действительно было проделана титаническая работа. И та работа, которая была проделана до нашего приезда, и та работа, которая была проделана с нами, конечно, заслуживает огромного восхищения и уважения. Огромное количество каких-то моментов, которые позволяют в очень такой дружеской, непринужденной атмосфере фестиваля мотивировать максимально молодые поколения на какие-то новые творческие свершения, на занятия творчеством и искусством вместе. И вот опять же этот обмен энергией, да, обмен, культурный обмен и обмен на духовном каком-то уровне, в том числе и с природой, да, как и с людьми, и с природой, он невероятно вдохновляет и заряжает силами и энергией.